Так вот, куда эти не ну вот, мы приехали. Это у нас Борщевские пещеры. А куда вы? Так что сейчас мы выдвинемся в их сторону. Паркуем машину. И спускаемся на лед. Здрасте. Привет, Ютуб. Итак, кажется, я уже вижу первую пещерку. Вот она. Вот оно здание. И вот она, первая пещерка. Ну что ж, идем туда. Туда, на 36 или 36. Наши женщины болтают о каких-то штанах. Ну а наши мужчины предлагают идти штурмовать. Ой, какая красота! Юрка, сними фотографию. Вход выглядит потрясающе. Вау! Да. Зимой это смотрится. По зиме тропинка, ну, очень скользкая. Не советовал бы в таких ботинках пытаться здесь подняться. Так, конечно, а что тут таких только... Вот она какая красота тут. Снежные сосульки. I'm a Batman, I'm a Batman, oh yeah. Сосульки мышь. Ну и на входе летучая мышь. Вот он вход. С решеткой. Все, фонари. Ну, попробуем туда. Все, идем. Еще раз. Кажется, света будет мало. Сниму здешние красоты. Фонарик слишком... Ну и еще никакой есть, другого нету. С нами идем, идем туда. Здесь явно теплее, причем сильно. А у вас на камере-то хоть что-то видно? Видно, видно, особенно с фонариком. Не трогайте летучих мышей. Нет, там мотыльки. Вот смотрите, да, мотыльки. Если видите летучих мишеней, в коем случае не трогайте, сдохнут, серьезно. Блин, мне страшно. Да, Паш, что страшного-то, тут нету никого. Так, давайте я пойду вперед лучше все-таки. Кроме летучих. Да, оборотни ходят. Ух ты, какие тут мотылечки-то. Сделай фотографию. Вот как зимуют бабочки. Ох, нифига себе. Двигаются, двигаются, тихо, двигаются. Что ж так орешь, что так ненормальный. Нифига себе. Слушайте, а тут не настолько жарко, чтобы зимовать-то. Ну, видимо, не настолько холодно, чтобы околеть. Смотри. 20-градусный мороз. Возьми, думаешь, фотоаппарат? Митя, кажи. Ну, только не трогай, сейчас тоже погубить. Может, ты не будешь? Если проснуться, меня... то все. Да, я посвечу. Вижу бы еще бабочек. Да, получились. Что тут написано? Пу. Пу. Пупыч. Пупыч. А. Пупыч, вы что, где-то вы... Ага. Какой интересный песок слоями, да? Ага. То есть красный, желтый и белый. Там что-то... Слушай, мешки какие-то под ногами валяются. Ага. Путешественники от Бога. Все, что осталось, путешественников, мешки. Сейчас я попробую достать карту и понять, в какой мы пещере находимся. Потому что все-таки это немаловажно, если мы хотим отсюда выйти. Ну, может, у нас есть такое странное желание на предмет выйти, да? Да, ну да. Здесь, если честно, есть. Да. Не будем здесь оставаться на зимовку. Нет, и прикидываться конечно, медведями. Тепло, но... конечно, песок тепло. Прессованный, прикиньте, да? Какой песок? Прессованный песок, ну, замерзший. Угу. Так. Мы тут обнаружили свечки. Попробуем их зажечь. Наверное, будет достаточно красиво. И позволит нам ориентироваться, где вход. Получше. Да, пальцы желательно сохранить. Ага. Они вот нам штука еще в старшую пещеру лезть. То есть мои пальцы там еще пригодятся, да? Мысли здравые. Да уж. Ну, думаю. Тут, видимо, много кто был. А то надписи-то дофига. Это еще мягко говоря. Это вообще рукотворные пещерки. Аккуратно, не подожги. О, как красиво. Угу. Без света-то.
А что за интересное место? Вы про это? Интересно. Вот, во-первых, елка. О, где елка? Новогодний где? Праздник. Точно. Ура! С Новым годом! Да, можно попрыгать вокруг. Да, давайте хоровод поводим вокруг. Точно. Тут тоже свечку уже продают. Да. Которые а все... на Новый год как раз. Ну да. Скорее всего, на прошлый Новый год. Слушайте, давайте их убивать. Надо. Не надо их убивать. Комаров-то. И комаров тоже. Надо. Мам, что птички забыл... будут кушать по весне. Подписчики? А нас кушать. Нет, мы здесь не живем. Не и даже за 100 километров не живем. Ух ты, какая красота. Вау. Да, вот какой потолок, смотрите, красный. Я тут. Опа! Развилкой. Ага. Короче, день проведен вот не зря. Свечка. Вот еще свечка, можно так подвечь. Красотища. Мы все заработали ачивку. Исследователи пещер. Слушай, а вот интересно, почему называется 12 столбов? Где тут 12 столбов? Вот, видимо, первый столб как раз таки. Так их много, смотри их. Вот потому их, видимо, всего 12. Вот три сзади. Да. Вот это вот, видимо, поэтому так и называется. Что вот такие столбы. Так, ну давай, Сусаня, куда нам дальше? Так, ну мы тут не потеряемся хотя бы, потому что вот тут тоже свечки есть. Можно идти просто. Ой, ну что, это... туда собираемся? Нет, туда мы не собираемся, мы настолько миниатюрные все. Я знаю. А давайте-ка не разделяться, а то мы потом... Так, да, не разделяемся лучше, это все верно говорят. Теряться как ручка. О чем и речь? Так, вот это мы вышли в главный зал, который у нас уже тупиковый. То есть мы прошли одну сторону этой пещеры до конца. Сейчас пойдем в самый дальний край от нее. Ох, смотрите, какая прелесть тут. Самый дальний край? Да. Береги чего? Берегись пещерных монстров. Точно. Какая прелесть. Да, и вот такие скелеты. А-а-а-а-а. Да. И, разумеется, Тоша дура. Ну, это классика жанра. Это наша классика, да. Смотрите, 2012. А, это 18-е. 18-08, да, 2012. Я говорю, сохранилось странно. Ничего себе, какая древняя эта пещера. Да не говори, пожалуйста. Если пещера, на самом деле, действительно древняя, потому нет, что это, понимаю, 1800, это для стекольного завода, рыли песок, я и читала, на другом там, берегу, да. В каком-то году, там, 90 или 80 да, закончили да. разработки. О, это... Нет, вообще, на самом деле, вот сам факт, да, что мы ходим в толще спрессованного песка. Угу. Вот это вот больше всего, конечно. Впечатляет, да. Песок. То есть, сама по себе субстанция такая текучая. Да. А мы ходим. Да. Действительно радует, что здесь тепло. Значит, реально да, тепло. Здесь тепло. Кстати, фонарик все-таки хороший. Ну, достаточно, да. Итак, то, что дура смотрится клево, да. Пришло. Так, мы помним, где мы заворачивали, чтоб лишь кресло. У нас да, вот идет Иван Сусанин с камерой. Да, через один соседний. Да, вот сейчас мы должны прийти в развилку. Обе которых закончатся тупиком. Ух ты, это свечки. Свечки, да. Слушайте, ниша такая. Опа, вот тихо, так... тихо. Вот теперь не говорите громко, а то разбудите и погубите. Мышка, Пашка. Мышка, вон, летучая мышь. Бедненькая, одинокая. Грустная такая. Сдохнут. Реально сдохнут. Без шуток. Потом не трогаем. Какая-то добрая девочка. Они в красной книге у нас в области. Так, идемте, идемте. Угу, такие красные прожилки в белом песке. Бело-красные, да. Вот черное это костер. Я тебе сразу могу сказать. Это красиво, значит, здесь смотрится. Что-то жгли, да. Что, пятый год, что ли? Где пятый? Да, вот пятый. Да, это пятый. Ну, все свежие надписи. 2004-й, вот.
Ну, понятно, 1898 года, думаю, тут не будет. Он обвалился уже. Скорее всего, он был. Но он просто уже обвалился. Тут у нас стол, да? Да. Тут у нас есть стол, на котором можно типа есть. Ну, да. Но огонь тут однозначно. Да, огонь был однозначно. Вон, а вот только почему несчастная, одинокая, самая-то, одна была, мыша. Ну, они обычно всегда поодиночке ночуют. Ну, я понимаю, ночуют, но поблизости вообще никого нет. Сородичи. Да. Которые хотят съесть тебя. Да кто меня съесть, господи, по-моему? Ну, во-вторых, мы же не все видим. Так, а что тут у нас такое, да? Особь. О! А вот здесь особь. Ух ты! Какого ничего пола? Себе! Какого пола? Особь. Ох ты, какая большая, высокая! Осы? Какой высокий зал! Все, тупик вот здесь. А вот веревочка, да. Аккуратнее не запнитесь, веревочка. Что типа, чтоб не потеряться. Это типа кто-то хочет запугать. Да, вот мы шли там. Вот Г со стрелочкой, это, кстати, выход. Г, это в смысле ворота? Да. Видимо, такая логика. А это тогда уж я бы букву Е написал, экзит. Ну, в общем, да. Ух ты, смотрите, тут что-то копали. Ага. Или закапывали. Закапывали. Ага, смотрите. Какая штука. Ой, красивая какая. Что-то там закопали. Думал, что там может быть клад. Золото, бриллиант. Кого? Да. Я тоже подумал, что это закопали. Закопали. Летучую мышку. Тут была елка. Но ее забрали. Ага. О, стаканчик одинокий. Подними, может, что написано в нем внутри. Нет, там куличик должен быть. Да, ну, подними его. Вытряхните. Это помните в «Индиане Джонс»? Чего нет? Лучше ничего не трогать. Да-да-да-да-да, сейчас как чего-нибудь тут захлопнется, и мы останемся замурованные, да. Какой-нибудь выкатиться. Да, ну вот они замурованные какие-то штуки, это явно люди замазывали что-то. Возможно, какие-то записочки или еще что-то. Стави, дай тирожку. Чего ставили? Удочку. Точно. Здесь ловили пещерного монстра. Не иначе. Его как, на червяка, на мотыля? И на человека. Ага. Туда какие красивые звоны. Гвоздь уже где-то вроде был. С карты. А? Нет? Или где? Это очередной где? Гвоздь? Что? Гвоздь. А, очередной, другой. Уже ржавый даже. Поначалу. Так, ну мы идем туда или как? Потому что мы здесь, вот сейчас там будет шкурник впереди. Шкурник? Да. Это что такое? Шкурник. Шкурник? Это очень узкий лаз. Возможно, вот это он был, но его засыпало. А может, вот этот впереди слева, справа. А, вот он, да. Вот, все правильно, вот он, да. Вот это шкурник называется. Вот, посмотрите, вот спелеологи, соответственно, да, дети, через вот такие отверстия прекрасно проникают дальше. Ничего себе. То есть, на самом деле, никаких проблем проползти там нету. Ну, вот, даже мне, ну, для этого, конечно, нужна правильная одежда, потому что ты ее потом выкинешь. Ага. Вот это называется шкурник. Да. Через него, в принципе, прекрасно пролазится. Ну что, идем дальше? Да. Ну, естественно. А дальше ты куда ты собрался? Назад, конечно. Там кто-то написал КВН. Такое впечатление, что кто-то руками замазывал. Вот тут, здесь тоже. Ага. Ну, вот это, наверное, природное. Вряд ли уж тут кто-то так уж расходился с такими строительными работами. Да, вон здесь. Прям-таки. Или здесь мы ехали. А, вот он, да, вход. Вот он, вход. Вот они, наши свечки. Давайте выключим фонарики. И поймаем немножко романтики, да. Включайте фонарики все. Мой так плохо светит. Вот смотрите, представляете, тут оказаться в темноте, в кромешной, да? И даже без тех свечек. Ага. И даже без фотоаппарата, Наталья. Да, 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 да. Так, свечки, я думаю, что лучше все потушить. А зачем? Тут же ничего не может поджечься. Ну, кому-то дальше. Кому пригодится. Надо, дальше пригодятся. Приятно видеть вход. Хотя, может быть, одну взять, их 4 штуки.
Давайте одну возьмем просто, если в той не будет, то идея-то хорошая. Возьми та, которая не горела, вот, да. Просто эта идея хорошая, но она, к сожалению, в голову не пришла. Мне, если честно, пришла. Просто я как-то не доехал до магазина и не купил этих свечек. Ух ты, какая красота! А без света темно, Миш. Красота. Вообще без света никак. Угу. Выход на волю. Да. Ну-ка попробуй еще раз. Здесь вот был удобный заход. Красота. Угу. Действительно, как саблина. Ну, не могу сравнивать. Реально. Холод. Потом с Мишей. Вот он, выход на свободу, в холод. Ух ты. Да. Там хорошо и тепло, а тут холодно. Вот с этим мужчиной мне, пожалуйста. Так, мужчина, выйди уже. Грустно сейчас. Красотища. Надо будет тоже сфотографировать. Сейчас я заберу. А как вы камеру называете? Ну, лучше бы забрал, конечно, что-то сразу не забрал. Возьми их, пожалуйста. Как ваш канал называется? Соня. А? Соня. Соня? Угу. Одна из моделек. О, как интересно. Видите? Ага. Юра, не упади, главное. Не упаду. Вот. Я сейчас журнал на весь. Это самое ценное, что есть в нашей экспедиции. Да-да-да. Ну какие вы ловки. Ну, теперь ждем маму. Тан-тан-тан. Тан-тан-тан, да. Эй. Ух! Опа. Молодец! Есть. Ура! Ну что ж, выдвигаемся ко второй. Какой второй? Пещере второй. Пещере. А их тут две. Там. Там. Все верно. Побежал даже. Итак. Ага. Собственно. Вот они, вот он вход. А какой из вернее, них? Два входа во вторую вход. Пещеру. Оба должны вести в одну и ту же. Но очевидно, что вот это. Там есть вход, да? А, да, там есть. Да. Да. Нету, его закрыли, он был. А. Да. Очевидно, наш вход вот этот. Ну что ж, мы нашли вторую Помочь? Пещеру. И сейчас пойдем туда. Ой-ой-ой. Если дети помогают друг другу. Это будет экстремально. Смотри, папа, тут корни есть, чтобы держаться. Да. Ага. Кстати, да. Зади стоялся. Нет, там упадешь точно. Так, а это как кот сон, только вот. Хочешь повесить? Давай. Стань, ты меня так жопа. А я помогаю. Ой-ой. Ну вот она наша победа. Ну что ж, теперь это предстоит сделать мне, да? Мы сделали это, теперь очень за тобой, давай. Знаешь, что у меня нельзя на попе съехать? Красота, вход в вторую пещеру. Мам, Саш, а мне можно съехать на попе? Паш, это пригодится твоя попа еще. Мам, пожалуйста. Вот она наша красота. Хорошо съедешь. Ура! А мне можно, мам? Нет. Ладно, я тогда на ногу. Красотища. Съедешь. Я съедешь, ты летишь. Ну вот он вход во вторую. Что, отправляемся, еще. Герои? Хорошо. Что у нас написано-то вообще? Подожди. Геологическая обложенная де... Какая? Девона и... Штольня на реке Оредиш у деревни Борщева. Господи. Ладно. Главное не упасть.
так давай я попробую первый спуститься. Давай, посмотри. Я просто вас могу немножко это покрасовать. Давай, на следующий. Аккуратно. Давай. Так, мам, дай фонарик-то. Подождешь теперь. А, ну здесь уже не нужно, да? Давай. Ага. Вот она, вторая пещера. Внутри. Сейчас мы попробуем по ней немного погулять. Ух ты, смотрите, какая красота. Ты красиво, я говорю, такой песок, да. Нет, мама, наверх, лёд. Наверх. Там вот, смотри. Я вижу, снежинки. Круть. Слушай, я подсыплю на потолок, а? Я вот могу. Давай сюда. Вот тут красиво. Идем, посмотрим, побольше. Да, красотень. Всем привет. Так, а что у нас тут? Вот у нас второй вход, очевидно. Ух ты, а тут теплее. Здесь ощутимо теплее. И вот мы с вами, дети подземелья, оказались на глубине. Да, в ночь, так сказать. В смысле, не в ночь, но в ночь под Рождество, кстати, да. Да. О, а здесь явно было какое-то лицо. Какое-то лицо сюда впечаталось? Угу. Его скололи. Слушайте, тут какая-то женщина полетела, мы разбудили. Да, комар, по-моему, какой-то. Угу, вот это, скорее всего, погибнет. Да слава тебе, Господи, ты вздохнешь. Комар. Блин, я сейчас нашел эту раздавленную свечку, но подумал, что это какая-то монетка старая. Угу. Можно было бы продать задорого. Продам дорого. Найди, чтобы продать задорого. Как это, чтобы... Так, чтобы что-то не нужно, а то сразу распродать что-то не нужно. Да. Ох, вот что... Смотри, там. Угу. Длинноросты. Да. Забавные. Вот. Типа плесени. О, пещерный грибок какой-то. Ну, может, немножко. А, нет. Вон там заделанная дырка. Да, это раскрытый. Второй лаз, да, который заделали. Видимо, чтобы тепло не выходило. Непонятно, кто это. Бабочка. Да, вот сбоку. Нет, я гляделась на фотографии, непонятно. Да, сбоку это. Ну, давай ты уже бери, господи. Даже какие-то капельки на ней выступившие. Да? О, прям да. Путь бабочек. О, точно. Ой, слушайте, вон там много. Смотрите, вон там впереди. Их тут действительно много. Слушай, интересно. Раз. Они прям такие красивые. 3, 4, 5, 6, 7, да. В чем они? 8, 9. Слушай, это, наверное, защитный может быть. Да, вот какие-то паутинки. Ага. Свисают. Он наплевает, это же бабочки. Угу. Интересно, да, представляете? Теперь мы пойдем в другую часть пещеры. Смотрите. Красиво, да? Вот белый низ, красный, оранжевый, белый. Вот белый — это, кстати, песок, а не снег. Это насыпавшаяся. По-моему. Да, нет, все правильно. Все так и должно быть, нам туда. Вон туда? Да. Такая норка. Может, и выплыла наверх? Видишь? Ну, давайте поднимемся. Там тупик должен быть. А вот туда в нормальный проход. Да? Да. Это... Туда не очень далеко. Ой, 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 ой. Да, надо было делать слишком по-другому. Ой, ой, красота. Все. Мы вылезли. Это вообще Миша. Что это? Я помню белого что-то.
Да, здесь белый похоронен. Белый. Так, я сейчас умела выкрепливаться. Это белый спелеолог здесь похоронен. Да. Идите сюда, тут какой-то закон белого. Спелеолога. Он здесь похоронен. Кто? Белый спелеолог. Он здесь погиб. Бродил по этим лабиринтам, не смог выбраться и погиб. Интересно, как можно так тупить, чтобы не выйти? Я не умничаю, я не умничаю. Да, вот здесь можно оставить записку, соответственно, да, вот в этой тетрадке. Вот, Паша, потому что такая-то группа пошла тогда-то. Вот, ну, положи туда, где лежал, я имею в виду. Как вот стоял, так и поставил. Ровно так же. Вот для этого эта тетрадка и нужна. Чтобы в нее можно было отмечаться, что такие-то тогда-то пришли, тогда-то, соответственно, ушли. А если видишь надпись, что такие-то тогда-то пришли, и не видишь надписи, что они ушли, да, стало быть, можно искать скелеты. О, смотрите, еще одна мышка. А вон откуда мы пришли, кстати. Тихо-тихо. Благое. 15. Ух ты. Ох, какой знак, смотрите. О, смотрите, как. Вот нам туда. Да? Вот тут да. Еще тоже знак. Да, там смотрите. Ух ты, смотрите, да. Стрелочки какие-то, знаки. Знаки. Ага. Велес. Смотрите, вон, вот еще знак. Да, ну, какие черепа. Мам, ой! Нет, не надавливается. Странно. Вот здесь еще тоже. Ага, сейчас подойдем. Какой? Че? Лицо. Где лицо? Вон, выцарапанное. О, да, смотрите-ка. Какая красота. Ага. О, какая штука выцарапана. Ага. Череп. Череп. Да, такой. О, здесь еще даже череп. Да, о, какая красота. Памятник любит местного зодчества, да. Череп один какой-то. Ага. Понятно, что там череп. Какое-то злое лицо. Угу. Если приглядеться к этой черной точке. 1961. Угу. Да ладно. Да, это да. Уже более древняя штука. Да. Ну, ага, какой череп. Красивый. Вот. О, да. Угу. Кстати, это сделали не так уж и давно, не так уж и недавно после войны. Ну, знаешь, после войны это довольно давно. Слушай, а я с тобой переписываю. Очень выдающийся череп, хотя небольшой. Нет, смотрите, 1964 и 1944, где-то 20 лет. Паш, ну-ка убери. Так, слушай. Видишь, а, ты снимаешь? Угу. Где он, да, так профессиональненько. Здравомыслие удел слабых. Да. О, ничего. Да. Павший. Сами был счастливый человек. Да. 1977, 2015. Вот. Дум.
Дум. О. 1988-1989. Ну, всякие сатанисты же тоже сюда ходят. Им зачем? Тоже же это все интересно. Зачем сатанисты? 10-12 лет, они что, умерли здесь? Да, Паш, это вообще американские мальчишки. 1997. Они умерли здесь, да. Что ли? Да какой здесь? Что бы они потеряли здесь-то, Паша? А там про что? Да книжка эта, очень приключение Тома Сойера, где-то Берегин, очень классная. Очень классная книжка, американская, да. Так, вот. Путин сатан. Что? О. ПХ. Вот, я так и знал. Смотрите, 3D картинка. Ну да. Кстати, да. Точно совершенно. Угу. Так, вообще эта пещера что-то... сообщается, между прочим, с той, по которой мы гуляли, как понятно. Это все одна единственная система ходов, которая как бы изначально была здесь прорыта везде. Ох ты, смотрите, какое творчество еще красивое. Где? Ох, лицо какое. Ну все, теперь мы всю пещеру облазили или еще нет? Все. Вот это единственный выход, между прочим, из всего вот этого вот огромного пространства. Это? Да. Представляешь, сколько вот можно в башмах бродить, вот там вот кругами нарезать, не понимать, куда идти дальше. Ну, это еще не шкурник, никак да. Не согнуться. На корточках. Вот это белое, это не снег, это песок. Там направо. То есть выход-то, понятно, налево, но нам направо. А почему нам направо? Ну, выход налево, нам направо. Продолжение осмотра. Мы же не хотели воспользоваться тем шкурником. Да. Потому пришлось сделать круг. А вот шкурник, через который мы могли бы пробраться. Вот он. Причем он длинный. То есть, если бы мы поползали из зала спелеолога, мы бы выползли отсюда. Представляю, как это. Нет, здесь мы не были. Ну, мы туда, извиняюсь, не пойдем. Ну, там уже тупик, да? Обвал? А там шкурничек лишь такой. Шкурничек? Там все. Ну-ка, сейчас посмотрим. И там выход. А, кстати, да. Там выход? Да. На улицу? Да. Ого. Ну что, идем домой. Ну-ка, давайте посмотрим. Идем домой. Юрка, пусти заснять. Я думаю, что вылезать мы здесь не будем, конечно. Да, шкурник. Выход на улицу, да, провал. Все. Выходит в провал. Классно. Идемте обратно. Да. Что ж, идемте обратно. Ох ты, смотрите, какие бабочки. Ага. Так, здесь они здесь раскрытые. Мотыльки. Раскрывшиеся, да. Смотрится классно. Вот они через этот выход второй налетели. Летучие мыши, как правило, подальше держатся в пещерах от входов, а бабочки поближе. Да, здесь какая-то цифра 2. Непонятно. Ага. Ух ты, смотрите, сколько бабочек вообще, фонарить можно. Бабочки, да. Ух ты, вообще красиво. Ага. Тут их просто стада. О, какая красота. Слюда, что ли? В песке или? Похоже на слюду, да. Какие-то вкрапления непонятные. Может, вот их и добывали, а вовсе не песок? Да нет, написано же было, что песок. Мам! Мам! Мы идем там или там? Мы там идем. И вот он, выход. Так, ура! Мы вышли из пещеры! С Рождеством нас! С Рождеством, да, мы вышли из пещеры. Да-да-да. Нас зашло пятеро и вышло пятеро. Ура! Мы молодцы, мы справились. Мы молодцы, да.
Паш, прям что делаешь? Паш, не поджигай, поджигатель. Да не подожгут, успокойся. Ура! Ура! Давай. Путеводная звезда в рождественском небе. Точно. Да? Пусть она будет гореть вечно. Yes. Раз. В одном направлении. Два. Три. Ура! С Новым годом! С Рождеством нас! Слушайте, а еще с Рождеством! Одна. Вот, а заводик был на другой стороне этого озера. Песочек возили туда. Конечно, интересно было бы там поверху походить, но мы туда не дойдем. Я думаю, что там будут красивые провалы внутрь этого холма. Но здесь туда не подняться. Это можно только либо обойти, либо летом. Вот оно здание. Ну и чуть-чуть туда проехать, и налево будет дорога обратно. В общем, найти это место достаточно просто.